Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Город не использует 2/3 своего имущества. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате после проверки эффективности использования казенной недвижимости. Из 1500 различных объектов, принадлежащих городу, используется чуть больше 500. Причем примерно треть не приносит бюджету денег, потому что находится в безвозмездном пользовании. Заработал город на аренде в прошлом году 250 миллионов. Из 1000 объектов, которые не используются никак, треть помещения стоимостью 100 миллионов, остальное – объекты коммунальной инфраструктуры. В департаменте муниципальной собственности пояснили, что такая ситуация сложилась из-за того, что почти 10 лет город не проводит инвентаризацию имущества, а теперь она должна состояться ориентировочно до конца следующего года. Программа «Экономика». Полигон в Осинцах стал заложником экономических споров. В этом уверен юрист Ян Чеботарев. Он прокомментировал «Бизнес-новостям» ситуацию с требованием правительства запретить использование нового полигона. По словам Чеботарева, после того, как разрешение на ввод в эксплуатацию объекта суд признал незаконным, администрация Слободского района сделала новый документ. Ошибки были исправлены. Почему правительство потребовало полигон закрыть в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда, Чеботарев не понимает. Далее цитата. «Никаких препятствий к исполнению такого судебного акта в принципе нет и быть не может, но признает суд решение недействительным. В чем могут быть препятствия в исполнении такого решения? Ни в чем, признал и признал. Именно поэтому, как юрист, он полагает, что процесс в огромной степени политизирован и связан с экономическими интересами или с политическими играми. Одна из версий Чеботарева – грядущий передел рынка в Кировской области по утилизации ТБО. Экономика на 101 FM. В Кировской области появилась новая деловая премия. Это проект Вятской торгово-промышленной палаты. Премия под названием «Бизнес-события» будет вручаться предпринимателям Кировской области за реализованные проекты и важные события. Цель премии – показать, что в условиях коронакризиса кировские компании продолжают развиваться и меняются ради безопасности и комфорта потребителей. Прием заявок уже начался. Претендовать на премию «Бизнес-события» могут представители крупного, среднего и малого бизнеса. Заявиться можно на сайте премии «Бизнес-события.рф». Или по почте ВТПП. Победители определит правление ВТПП. Самое значимое бизнес-событие будет определяться каждый месяц. Премию вручат по итогам года в различных номинациях и в различных сферах. Экономика. Завершение. В валютах доллар сегодня 75.19, курс евро 88.63. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.